площадке. Друзья, сегодня у нас в гостях парень, который спас человека и себя от смерти. Внимание на экран. В ту ночь все могло обернуться иначе. Маленькая промашка, промедление, страх, неуверенность могли зачеркнуть две жизни. Но мальчик, в жилах которого течет кровь охотников, не растерялся. Сторожить оленей в июньскую ночь, когда рядом хищники, непросто. Надо быть начеку. Сергей с дядей вышли на дежурство. Вдруг услышали, что бежит зверь. Мальчик увидел, что огромный медведь напал на дядю и начал его кусать. Надо было действовать быстро. Чтобы спугнуть косолапого, Сергей сначала выстрелил воздух, а потом, когда тот отпрянул, прицелился и пальнул ему прямо в шею. Это был крупный самец, больше них двоих вместе взятых. Дядя был ранен, медведь покусал ему руки и ноги, но несмотря на это, они освежевали убитого медведя, отработали до конца смену. И только тогда раненого увезли в больницу. Дядя сейчас вернулся в стадо и продолжает работать. А смелого мальчика глава республики Егор Борисов пригласил на елку. Сергей Кривошапкин, ученик 11 класса Сибянской средней школы Кобяйского улуса, приехал в Якутск. Он считает, что человек в силах сам справится с испытаниями судьбы. Главное – не теряться и не падать духом. Ребята, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с парнем, который из схватки с медведем вышел победителем. Да, суровый парень. Я, например, считаю, что если бы он жил в наших городских условиях, он бы не смог справиться с хищником. И только вдали от цивилизации, в непростых сельских условиях, могут вырасти такие крутые парни. Угу. Я думаю, дело тут не только в этом. На мой взгляд, любой, кто поставит перед собой цель самосовершенствования, может достичь примерно таких же результатов. И неважно, где ты живешь, в селе или в городе, предлагаю разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – те, кто уверен, что любой в такой ситуации поступил бы точно так же. Их предводителем буду я. Пессимисты. Уверен, что в современных комфортных условиях мужчины становятся изнеженными. Угу. И случай, который мы будем обсуждать, это тому подтверждение. Я буду поддерживать пессимистов. Угу. При этом каждый из сторон обязан аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее и пытаться убедить противников в своей правоте. В конце программы каждый участник может поменять свою точку зрения и перейти в ту или иную группу. Прошу определиться и выбрать место в выбранной зоне. Делимся. Оптимисты справа, пессимисты слева. Итак, встречаем нашего героя. Храбрец, с которым не страшно ходить в разведку, и не только. Реальный парень, спасший самое ценное – жизнь человека. Охотник, освежевавший первого медведя. Сергей Кривошапкин! Сергей, привет! Привет! Сергей, расскажи о себе, тебе дается минута. Меня зовут Кривошапкин Сергей Григорьевич, я принадлежу к корням малочисленных северных народов. По национальности я вен, учусь в 11 классе, день рождения 5 марта, живу с матерью, с тетей и дедушкой. Отца нет, все. Так, давай перейдем к нашему блиц-интервью. Итак, мы знаем, что ты, что там, где ты живешь, занимается оленеводством. С какого возраста ты начал работать в стаде? С рождения. Как говорится, семья меня учила с детства. Заранее с детства говорили сначала теории, конечно, а потом уже через... Когда мне исполнилось где-то год, два, три, уже верхом на арене на практике перешли. Mm-hmm. Из теории в практику. А что ты чувствовал, когда увидел, что медведь напал на твоего родственника? Какие мысли пронеслись в голове? Сначала я не мог поверить, что это реально случилось. В голове будто клин произошел, будто резкий удар, как будто адреналин резкий ударил. Время словно замедлилось, и страх у меня, большой страх был. И вдруг я себе сказал, почему я стою столбом. Я заставил себя действовать и обдуманно. Мы знаем, что ты также и до этого попадал в подобные ситуации с хищниками. Расскажи об этом. Но были и другие случаи. Например, в этом же летом, в этом же самом году,
в августе, после первого случая, переселение происходило, когда все уже переселялись. Стадо оленей мы где-то около 1500. Мы гонялись на снобар с напарником другим. Никитин Родион его зовут. Вот и когда уже оленей поставили на место, считали, что закончили уже, вот, расслабились. И вдруг вот сказали, дальше идем. Переселенное место будем ждать тех, кто должен прийти. Мы поднялись на вершину горы. А вот с вершины горы, с другой стороны, под нами находился медведь. А август же был. В 12 часов ночи очень плохо видно было. Я даже впервые увидел, не сразу понял, что это медведь. Из-за темноты я видел, как что-то двигалось. Подумал, что олень. Но двигалось оно как-то иначе, чем олень. Двигалось куда более как-то по-крупному. Ощущения как-то пришли. Страх ударил. Тот же резко побежал на нас. Я резко спустился со своего оленя. Спустившись, пошел за ружьем. А ружье было привязано к оленю напарника. Вот ружье пытаюсь вытащить. А тот же медведь уже за два рывка до нас дошел. Как уже расстояние примерно было вот так где-то. Я пытался взять ружье, а тоже было запутано. Все, конец. Вот настал мой смертный час. И вдруг вспомнил, что был нож у меня. Ножом разрезав, вытащил ружье. Вот же на прицел же увидев. Нет уже медведя. Конечно, многим кажется интересным, что увидеть медведя – это как бы интересно. Но скажу, как по своему опыту, по мне так это нет, совсем не интересно. Достаточно натерпелся от медведя. Но все же готов далее продолжать свое оленеводческое ремесло. Думаешь ли то, что могло закончиться все иначе? Да, я думаю, что могло все закончиться иначе. За день до того, как пошли, увидели волка, крадущегося к оленям. Вот и на следующий день взяли ружье, чтобы встретить волка. А вот как и случилось, вместо волка к нам попался медведь. Откуда ты знаешь, когда и как поступить? Вас этому учат или это у вас заложено в крови? Мысли сами приходят, что надо делать. Как надо сделать? Все автоматически получается. Сергей, ты согласен с тем, что в селах мальчики воспитываются более правильнее, они более подготовлены к жизни, самостоятельно? С некой стороны я согласен, да. Они могут быть подготовлены, хорошо воспитанные. Но не только воспитание имеет особую роль к тому, что какой ты есть. В воспитании заранее же входят первые впечатления человека, когда ты уже только начинаешь познавать мир. Когда видишь что-то, лишь кого-то, то начинаешь на него равняться, несмотря какой он, какие дела его олицетворяют. И на него равняешься, и это уже охарактеризует твой будущий характер. А о чем ты мечтаешь? Сейчас же я мечтаю наиболее всего хорошо обеспечить свою семью. У меня мама-то одна, и я хочу поступить в хорошую работу, где с хорошей зарплатой. Жить, ну, по-своему, а не по законам чего-то данного. Хотел бы построить себе дом где-то в деревне. Ну, в своей деревне, могу сказать, перестроить. Так бы было здорово. Если не секрет, чего ты боишься? Вот, например, ужастиков боюсь. Я боюсь духовного страха остаться в одиночестве. Наиболее всего мне понятен тот факт, что остаться в одиночестве – это куда больнее, чем принимая физические боли. Перед тобой те, кто сегодня попытается узнать тебя поближе. Это школьники Якутска. Многие из них не знают, что такое жизнь за сотни километров от цивилизации. Справа от тебя расположились оптимисты. Так, они считают, что реальных парней можно воспитать в любых условиях. Слева же от тебя расположились пессимисты. Они считают, что только на природе получаются такие, как ты. Друзья, скажите, почему вы оказались в
той или иной группе. Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. С города ребята могут также выезжать в деревни. У них тоже есть вариант подрасти такими же как бы в себе уверенными детьми, как и дети с поселка. Неважно, где человек вырос, они везде люди одинаковые, считаю. Угу. Хорошо. Пессимисты? Мы земляки Сергея, и сейчас в данное время проживаем в городе Якутске. Мы тоже выросли вот в деревне и знаем, что такое также городская жизнь. И поэтому этим обусловлен наш выбор. Я все-таки считаю, что человек более подготовлен к жизни именно в природе. В городе человек, наоборот, теряет связь со своих корней. У нас в городе есть также различные секции, которые могут развить другие качества человека. Не такие только, как живет в городе, значит, у него обеспеченная жизнь. А он посещает, развивается, мировоззрение расширяет. Я видел, как растут люди и там, и сказать могу то, что неважно, где человек воспитан, а кем и как. И человек, он всегда остается человеком. И то, на кого он берет пример, то и определяет, кем он будет в будущем. Люди, живущие в городе, ну, у них такая среда, то, что их воспитание смягчается тем, что, ну, вот, например, в деревне ты не найдешь того же интернета, то, что тоже влияет на твое, ну, на твой возраст, то, что ты вот мягче становишься. А в деревне у тебя условия такие, то, что ты приусловлен к, например, к той же борьбе с дикой природой. Ну что же, начнем. Задавайте свои вопросы Сергею. Кто для тебя является примером для подражания? Примером для подражания является мой дед. Я восхищаюсь им того, что, чего он достиг в оленеводческой ремесле. Я всегда пытался равняться на него. Что бы он ни делал, я всегда старался делать так же, как он, или даже лучше. Сергей, расскажи, пожалуйста, о своей семье. В моей семье нас четверо. Я, мама, тетя Татьяна Петровна и дедушка Кривошапкин Иван Петрович. Я единственный сын и самый младший. А вот ты стрелял в медведя. Ты занимался как-то или сам сделал такой выбор, что нужно взять и выстрелить в него? Мой дед заранее подготавливал меня, говоря в теории, что в будущем ты можешь попасть в такие ситуации, как вот, например, случай с медведем. И всегда мотивировал на то, что на такой случай быть готовым, не растеряться. Если растеряешься, то сам умрешь или кто-то умрет из-за тебя. Потому что ты не смог побороть самого себя, страх внутри себя. Ты сказал, что ты восхищаешься своим дедушкой. Какова была его реакция вот после происшествия? Что он сказал? А, после происшествия родич был, как бы сказать, в шоке. Ну, настолько в шоке, что не замечал боли, причиненные им медведем. Что даже мы как будто из-за сильного шока стали говорить очень громко, быстро, эмоционально. Эмоции били через край. И у меня были эмоции, и у него были эмоции. Он говорил, что когда медведь подошел и повалил его, и начал кусать, он подумал, что все. Он сказал, что все, конец. И говорил, что перед глазами проплыла вся его жизнь. За 3 секунды. Мы оба были очень счастливы в том, что мы остались живы. Просто дышим. Были очень, очень счастливы, что даже время прошло незаметно. И уже 9 часов утра стало. А я вот хочу задать вопрос землякам. Как вы начали относиться к Сергею после такого случая? Я сам вырос тоже в стаде с малых лет. Сам сейчас оленевод. И вот я услышал, вот я был тогда вот в стаде, тоже работал. И услышал по расе у нас, да, связи нету, только расе там. Выходим по часам там, в день 3 раза. И утром слышим, да, Сергей убил медведя там. Ну, все оленеводы в шоке были там, да. У нас наш братишка там, еще в 10 классе, да, убил медведя. У нас таких случаев мало там, да. Вы спрашиваете, да, где учили, где, кто учил вам, вас, кто там. У нас вот природу и учит нас. Работаешь вместе с оленеводами, растешь, видишь, они вот учат нас.
всегда с ножом, всегда с ружьем. Даже в туалет, но с ружьем. Так. А что вы сделали с медведем после того, как расправились с ним? Освежевали и все части тела, собрали его шкуру и похоронили. По нашим авианским традициям их надо хоронить. Ну, не обязательно, если не хочешь их съесть. Голову отдельно оторвав, глаза выколив, поворачивая их, голову весишь в высокое дерево и направляешь глаза в сторону рассвета. И по так и следуя этим традициям, медведь тебя в будущем, как бы сказать, не проклянет, и беда за тобой не будет ходить. Хищников уважаем своего рода. Видим в них как бы и врага, но как бы и друга. Он помогает нам, мотивирует нас становиться лучше, становиться бдительней. Пожалуйста. Каково твое отношение к произошедшей ситуации? Считаешь ли ты себя героем? Я такой же обычный парень, как вы. Просто условия в жизни мне попались куда круче, чем у вас. Как изменилась ваша жизнь после того случая? До этого случая я был почти незаметен обществу. А ничем не привлекательный, не примечательный, простой парень. А после же того случая, вот теперь и стал известным. Когда люди говорят, что «Эй, чувак, вот это ты, это тот парень». Как-то иногда становится неловко. Ну, румянцы иногда краснеют, что ли. Пессимисты? Вот ты совершил очень благородный поступок, спас человека. Но обязательно ли афишировать вот это вот действие всей республики или можно остаться инкогнито? Я и не знал, что вышел в газетах, да и в Инстаграм. Я то вышел, я тоже не знал. У нас в себя не... Wi-Fi это на прокат. Вот и... Я просто ходил на учебу, в школе. И вдруг один учитель спрашивает, это ты? Показывая фото из Инстаграма. Я и сам удивился, увидев самого себя. Однако моя мама точно рада, что я вышел. Существует такое движение гринписовцев, и они осуждают убийство этого медведя, так как существует множество способов избежать прямого контакта. Избежать прямого контакта не так уж и просто. Никогда не знаешь, когда резко появится медведь, или когда и появится, как прервать контакт. В такой ситуации человек уже не думает почти, он действует инстинктивно. Как разрешают вам взрослые в таком раннем возрасте заниматься такой опасной работой? Мы всегда занимались такой работой. Всей семьей шли в стадо, пасти своих оленей и общих оленей. А разрешение-то нам и... Особо-то не надо. Мы просто делаем то, что хотим. Есть у тебя какие-то увлечения, хобби? Чем ты вообще занимаешься, помимо учебы, оленеводства? Я иногда пишу песни, пою, немного танцую. Не сказал бы, что я танцор, но люблю двигаться и люблю бегать. Расскажи, пожалуйста, о своей одежде. Это ваш национальный костюм? Ну, это, да, национальный костюм. Я в нем часто выступал в ансамблях, танцевал авенский хеджи, представлял культуру своего народа. Что тебе нравится в оленеводческом стаде и хотел бы ты жить в городе? В оленеводческом стаде атмосфера как-то другая, как бы становишься счастливым, можешь делать что угодно, не ограничивая себя. Можешь пойти туда, а можешь пойти вот на эту гору, пожалуйста. Или можешь купаться идти, что угодно делать. А вот городская жизнь, да, мне тоже нравится. Но я больше предпочитаю свою собственную. Начали ли вы относиться после случившегося по-другому к жизни? Ведь ничего могло и не получиться. Я доволен тем, что у меня есть, но я же говорю себе, что надо и совершенствоваться, конечно. Но и свой же образ жизни я забывать не хочу. Кем я был и кем я стану? Вот такой же вопрос я задавал себе часто. Кем ты станешь, это не особо важный вопрос. Что ты сделаешь во время жизни? Вот такой у меня главный вопрос. Чего ты добьешься? Вот, например, ведь мы живем и не осознаем, что время уже летит. Мы уже ищем себе
что-то, мы должны добиться чего этого и так далее. А надо же жить. Жить надо улыбаться часто, проводить время с друзьями, часто улыбаться. Счастливые моменты жизни надо окружать себя не только, но и счастливыми, но и, конечно, грустные. Ну и как же и говорят, что не убивает, делает сильнее. Ну а сейчас, друзья, мы предлагаем посмотреть наш видеоопрос на тему «Что думают горожане о поступке Сергея?». Внимание на экран. Молодец. Для юного возраста очень геройский поступок. Просто герой. Думаю, он поступил как настоящий человек. Хотелось бы ему подражать. Храбрый мальчик, ты молодец. А вот как вы считаете, остальные бы тоже так же поступили? Или? Ну, я не знаю, 50 на 50, наверное. Ну, люди разные бывают. Хорошо же, что спас человека. Надо гордиться этим. А как, вот, например, ты поступил бы? Я бы тоже так сделал бы. Я убежал бы. Старый человек, как сам медведь-то хотел. А как вы считаете, таких мальчиков у нас много? Много. Угу. А почему много? Потому что в крови идет охотничий навык. Угу. Ну, например, я монгол, у меня нет крови. Угу. Поэтому от медведя даже смотрю, боюсь и убегаю. Наверное, я не встретил. Ну, молодец. А вы не восхищаетесь его поступком, что ли? Ну, это как? Обычный поступок, да? Ну, как сказать, ну, выше среднего, конечно, но нормально. Храбрый поступок, не каждый пойдет на медведя. А вот вы можете себя представить в такой ситуации? Я? Ага. И как вы поступили бы? Ну, думаю, так же. Это такая вообще отвага, конечно, это такая редкость вообще, особенно в детях. Это вообще так восхищает, удивляет. Даже у взрослых такого-то и нету. Наверное, у него такое воспитание прежде всего. Я думаю, что он очень храбрый и очень сильный. А что бы ты сказала ему, если встретишься с ним? Я бы сказала: «Привет, как тебя зовут? Я про тебя слышала. Ты спас человека. Это хороший поступок». Давайте обсудим поступок Сергея. Ребята, что вы сами думаете о поступке Сергея? И как вы сами поступили в такой ситуации? Оптимисты. Я думаю, что не каждый смог бы сделать подобное. Потому что это очень резкая эмоциональная ситуация. Когда видишь перед собой медведя, это просто... Ты не понимаешь, что происходит. И тут очень сложно собраться с мыслями и сделать что-то важное и серьезное, чтобы спасти себя и жизнь другого человека. Мое мнение, скорее, такое раздвоенное. С одной стороны, это очень храбрый и смелый поступок защитить жизнь человека. А с другой, я считаю, что это преступление против природы. Но вы совершили обряд, который... Знак уважения, да? Знак уважения, и я рада этому. И что насчет себя в такой ситуации? Я считаю, что я смогла бы поступить так же. Задавали вам вопрос, почему вы стреляли? Потому что, с одной стороны, вы же не могли стоять и смотреть на то, как вашего друга разрывает медведь. А насчет себя, я бы сказала, возможно, растерянность, страх мог бы взять верх вообще. Семисты? Хочется сказать то, что этот поступок действительно достоин уважения. В такой шоковой ситуации принять верное решение, думаю, не каждый может. Насчет себя, скажу, тоже не совсем уверен, что я поступил так же, но я бы точно не убежал. Я думаю, поступок того, что ты убил медведя, это, конечно, плохо, но человеческая жизнь превыше всего. Очень смелый поступок и храбрый. Насчет себя я бы, может быть, так поступил, но точно не уверен. В наше время не каждый бы спас человека, да еще и за просто так. А я думаю, то, что вы очень большой молодец, то, что вы быстро так решили, не убежали, не остались равнодушными. Ну, смотри, ты стал героем, тебя стали узнавать, ты стал знаменитым, это тоже хорошо. И самое главное, ты спас человека. Мы от коллектива 11 класса
сахакорейской школы хотим вручить тебе небольшой презент из Кореи. Спасибо. Знаю, что большинство коренных народов с очень большим уважением относятся к хищникам, особенно вот к медведям и к волкам, потому что они понимают, что это достаточно могущественные животные, но если надо, то, в принципе, убить тоже не такой уж и большой грех, потому что это защита своего, ну, как так скажем, родного человека. Если так подумать, то в этот момент у человека включается некоторая, так скажем, если так можно выразиться, долька животного. Срабатывает инстинкт. И вот в этот момент просто, не знаю, уходят все мысли, наверное. Ну да. Вот выстрел происходит. Как тебе сказали насчет выстрелов? В обойме было лишь 4 патрона. Я не знал, что там есть лишь 4. Я считал, что там есть 10 патронов в обойме. И рассчитывал на то, что... Если не попаду, попаду в следующий раз. Ну, повезло, что я попал. Ну, не каждый так сможет. Такой поступок, да? Идти на такой поступок. Даже вот медведь видишь, да, ну, с километр там, с биноклем, да? И у тебя там аж мурашки там бегают там. А вот на человека напал, да? Это уже это другое, да? А вот сказать словами это... Угу. Вот, не описать. Угу. Ты сказал, что такие храбрые ребята, как Сергей, как правило... рождаются и живут только в селе. Я в этом уверена просто. Ребята, вы согласны со мной? Вы разделяете мое мнение? Угу. Ну, ребята, скажите, как вы считаете, что есть такое в ребятах из села, что делает их четкими, как Сергей? Я сам жил в деревне, и там очень много других препятствий, которых нету в городе. Люди, естественно, вырастают немного другие, но... По-моему, можно и городским людям добиться. Взять городских и взять сельских. Городские, допустим, взять простую ситуацию, выйди в лес, они не смогут даже по обычному компасу распределить, где север, а где юг. А вы говорите о том, чтобы спасти человека? Это смешно. Я думаю, городские многие сумеют определить. Нет, городские в основном, они живут сейчас интернетом. Им дай интернет, и они смогут найти север, юг, запад, восток. Компас. Я думаю, Сергей даже знает, как определить там стороны по моху, по расположению деревья. Мха. Мху. Мху, мхан. Спасибо, что исправил. Городской этого сделать не сможет. У городских людей есть интернет, они могут в любое время вот зайти именно, в интернет то, что... и узнать, как и... узнать без компаса, где находится север, где юг. Загуглить. Загуглить, да. А в лесу-то, извините, нет у меня гугла. Устройство компаса достаточно простое, и там нет... того, чего непонятно обычному человеку. Ну, у него, допустим, у Сергея вообще компаса нет. Я просто привела просто как, грубо говоря, абстрактный пример, да? Да, угу. Ну, если без компаса, то в лесу множество ориентиров. Если ты в этом лесу находишься не в первый раз, то, не знаю, там, дерево, которое долбануло молнией, какие-то все равно ориентиры есть. Теория и практика, они очень сильно отличаются. Это как земля и небо. Допустим, в школе вам дают теорию, как определять там стороны света, да, как ориентироваться. А, скажу честно, вот не каждый хорошо учится в школе, не старается. А вот в тайге, если ты живешь, то тебе приходится... Тебе необходимо это делать. Да, это необходимо, тебе интересно, потому что все это обуславливает, выживешь ли ты в тайге или нет. Вы говорите, сельский мальчик и городской мальчик, да. Я бы еще сказала бы большую разницу жизнь в селе и в стаде. Да. Это очень большая разница. Оленеводство вообще-то это не работа, это просто образ жизни. Мы с ранних лет кочуем вот вместе со своими родителями в лесу, мы выросли. Нас вот с малых лет обучали вот этому, как даже без компаса ориентироваться, да. Мы знаем свои земли, мы как угодно можем ориентироваться в лесу. И вот этот поступок, Сергей, мы очень гордимся тобой, ты очень большой молодец. Спасибо. Если меня сейчас взять и
забросить в лес, да, будет растерянность, возможно, я ничего не смогу сделать, но со временем, наверное, когда я привыкну, когда я осознаю, что надо вот что-то делать, наверное, я что-то смогу сделать. Есть ощущение большой такой свободы, и ощущаешь силу природы, и вот в полной мере ощущаешь свою силу. Я полностью согласен с вашим мнением, потому что если человека, даже если городского жителя отправить в лес, то у него появляется инстинкт самосохранения. Он понимает, если я не сделаю что-то, то я умру. Он будет вспоминать. Все же мы живем в Якутске, в земле охотников, и у нас есть кровь охотников, и вот эта вот кровь срабатывает. Вот это вот, то, что ты проходил, то, что тебя учил, твой отец, твой дед, оно все вспоминается и умножается 100 крат. Ты хочешь выжить, ты вспоминаешь, как определить север, как определить юг, как добывать чистую воду, как это, какие грибы можно есть, какие нет там. Это не важно, городской ты или сельской, все мы одинаковые. Но если городского и сельского одновременно положить в лес, если они заблудятся в лесу, то я уверен, что они выживут оба. А если человек глуп, как пробка? Вот вы мне скажите, а? Вот если он ничего практически не знает. Накипело. Вот вы пришли в лес, вы ничего не знаете, у вас, окромя одежды, ничего нет. И то, допустим, это не одежда, а одно нижнее белье. Все. Вы ничего не сможете сделать. Скорее всего, здесь не будет инстинкта самосохранения. Здесь будет ступор. Это может продолжаться, я не знаю, часами. Может быть, целые сутки вы будете просто стоять, сидеть, лежать. Вы не будете ничего делать. За это время вы можете умереть. Теория в таких моментах практически не работает. Конечно, бывают люди, которые сразу вспоминают, которые могут собраться. Ага, я же помню, как это делается. И начинают это делать, начинают добиваться. Но бывают и люди, которые ничего не могут сделать. Конечно, если вы дадите им телефон, дадите им Wi-Fi, дадите им фрешки, ноутбуки, они все вам сделают. Найдут расположение и ближайшее шоссе. А дальше заскочат ближайший Хесбургер. Поедят, и будет им все хорошо. А так в лесу они не выживут. Я все-таки думаю, что человек такое существо, которое, вот, если он хоть что-то соображает, то, надеюсь, за час не умрет. Но за такое время можно, не знаю, до чего-то додуматься. Вот молодой человек сказал, что задал вопрос, что если человек тупой, как пробка? Ну, не все же люди такие тупые, серьезно. Наше современное общество делает нас тупыми, как пробками. Но здесь уже не важно, глупый ты человек или умный. В лесу есть такие же элементарные вещи. Вот во вьюге можно укрыться. Человек будет идти, и сам он почувствует то, что тут теплее. Он пойдет туда и укроется там. Да, например, от снега можно укрыться за любым деревом, например, под кустом, там, где нету ветра, где нету снега. Там увидел след человека, пошел по нему. По-любому куда-нибудь выйдешь. Увидел след животного. Животное всегда будет идти во вьюге куда-нибудь, где потеплее. Это же такие элементарные вещи. А что если селянин такой же тупой, как пробка? То он будет умнее городского, такого же тупого, как пробка, и он выживет, потому что он просто селянин. У него какие-то плюсы есть, что ли? Это зависит от человека, я как говорю. Если тупого селянина и тупого городского взять, то они вместе умрут, по идее. Кому, например, хватит по вашей теории? Можно сказать, что наиболее приспособленный, наиболее всего выживет, и неприспособленный не выживет. На человека влияет то, что где он находится. Находясь в городе, мы ходим, например, по улице с безразличным лицом, всегда смотря на телефон, с наушниками в ушах. Постоянно, так и есть, мы ходим. Мне как бы это непривычно. Я привык как бы к своей атмосфере. Вот, например, в своей деревне я хожу так, например, я выхожу из дома, я такой радостный или грустный. Я хочу грустить, я грущу. И не боюсь показывать этого. Или радуюсь, то радуюсь вовсю. Танцую вообще. Танцую по улице. Шагаю. Ну, мне в селе нравится то, что я могу быть собой. Вот вы сейчас сказали, что вы в среде
в тайге, не знаю, лучше себя чувствуете лучше, чем в городе. Вот вы именно это хотели сказать, да? Ну да. Вот на этот, с этим я, в принципе, в полной мере соглашусь, потому что вот именно на природе ощущаешь себя по-настоящему свободным и, так выразимся, в своей тарелке. Вот, ощущаешь, что ты здесь можешь все. Так, ну что ж, Сергей, теперь твоя очередь предложить аудитории тему для обсуждения. А вы хотели бы быть в деревне? Расти в деревне, жить в деревне, без интернета, своими действиями. Знаете, я считаю, что я смогла бы жить, я хотела бы жить в селе без интернета, потому что все-таки интернет — это интернет, а живое общение гораздо важнее. Да. А у меня сейчас вот вопрос вот именно этот вот к определенному конкретному человеку. Нет. Почему? Почему? Я не отстану. Дело не заключается там в интернете. Я и без интернета могу спокойно прожить. И гаджеты мне нужны. Мне лишь бы нужна была книга. Книги. Я люблю книги. Но я люблю читать в определенных местах. Мне нравятся, например, шумы. Вот прям вообще тащусь от того, что читаю, и шумы. Шумы, шумы, шумы. Особенно городские. То есть тебе комфортно было бы там в клубе где-то читать книжку? Я так и читал. Не, ну я соглашусь с ним, то, что в принципе я тоже смогла бы прожить без интернета. То есть я бы с удовольствием жила, допустим, в деревне или в селе. Я бы хотел жить в селе, и, например, я бы предложил это и другим, потому что Якутия и республика, в смысле, очень большая, и места у нас очень много. И вот это вот разделение между селами огромное, и всю эту территорию надо заселять. Если в деревнях чего-то нет, нужно туда ехать и это делать. Получается, нет там интернета, связи, просто это надо провести. Ну и сейчас, ребята, наступил момент истины. Поменялось ли ваше мнение о том, то, что в действительности городские ребята, так же, как и сельские, могут в такой ситуации приспособиться к ней? Или наоборот? Можете поменять свою группу. Пессимист, который поменял свое мнение, может перейти на сторону оптимистов. И наоборот. Переходим. Оптимист, который перешел на сторону пессимистов, почему ты поменял свое мнение? Вы, а вас двое. Мы другом считаем то, что в городе мальчики становятся более с мягким характером, как нежели чем в деревне. Ребята, которые перешли, объясните, пожалуйста, почему вы поменяли свое мнение? Так, городские жители и сельские также равны и могут выживать в одной среде одинаково. Я солидарен со своим другом и считаю то, что каждый вот видит самого себя и может приспособиться к любой среде обитания. Все люди одинаковые. Неважно, где ты вырос, с кем ты рос, какая природа была вокруг. Везде люди одинаковые. У каждого свои принципы. Каждый ставит перед собой цель, чтобы идти к ней. Сергей, кто из наших участников понравился тебе? Назови лучшего. Мне. Аплодисменты. Хотим тебя подняться на подиум. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и где ты учишься? Горбунов Максим Георгиевич. Лет мне 15. Учиться в Сахакорейской среднеобразовательной школе. 9 класс. Вот. Аплодисменты. Как ты сказал, любишь читать книжки, так почитай это. Куда более представишь себе картинку, хоть перенесешь себя туда, если не хочешь быть там. И удачи тебе там. Хорошо. А мы приглашаем всех фотографироваться с нашим героем. С вами была программа «Я молодой» и ее ведущие Антон Васильев и Виктория Маркова. Пока. До скорых встреч. Мне очень понравилась телепередача «Я молодой». Я рад, что здесь смог побывать. Да и дети все здесь такие интересные. Да и вообще с ними
легче говорить, легче обсуждать темы, легче всего подбирать, о чем можно говорить. Им действительно интересно, и они действительно не знают сельскую жизнь. И для меня это как вызов. Я рад, что смог повстречать таких людей, узнать их точку зрения. Меня это как бы манит, интересует. И с их вопросами я тоже могу понять. Если бы я сам не знал, то такими же вопросами задавался. Привет тебе, мама!